сейчас. Ладно, взял. Все, а ховерборд можно положить в машину? Да. Имба. Все, я положил твой ховерборд, ложи металлоискатель тоже. Или это мой ховерборд? Короче, чей это ховерборд я точно положил. Ты не в багажнике? Да не, Мне башню похоже. Куда ховер? попал. Что? Переключ. А, я возьму. И что за шняга? Я вообще не знаю. Я пытался мусоропровод сначала закинуть вот в этот вот. Вот. И здесь мусоропровод. Но у меня ничего не получилось. Короче, говорю, с собой возьмем, может, она появится, понадобится жилье. Ну, типа, мусоропровод она вообще не залазит. Нет. Я смог уснуть. Куда ты сейчас? Я в дверь зашел. Спустился. О! Слушай, тут заходи, Сейчас, сейчас, заходи. сейчас, сейчас захожу. Че тут вообще? Подвал с детьми. Че, на рожде надо будем делать, походу. What are you doing down here? Жить ты еще есть? Короче, нам нужно найти железные колеса. А, вот, подожди, я нашел одно железное колесо. Оно тупо тут валялось. Ладно. Надо еще три найти. Че это? Не, закрыто тоже. Надо что-то сделать еще. Может быть, здесь желейный прикид, который дают за прохождение желейного этого. Ну, типа, за желейную работу тебе ждут это голову, Да, я желе на понял, голову. да. Воркшоп, Возможно. мастерская. О, мастерскую могу зайти. Мастерская пилил. Что? Что он делал здесь? Он пилил пилой желе. А здесь круто. О, еще колесо в мастерской лежит. Где что? Чего? Короче, я нашел еще одно колесо. Ой, здесь на трубе кнопка. Подожди, я потом донесу колесо. Я хочу нажать на кнопку на трубе. О, с трубы потекло желе. Ага. Нам нужен кусок трубы восполнить или что? Что? Что это за порталы? Где? Блять, куда я попал? Я чё? Куда я попал? Я в ахуе. Ай, блядь, я утону. Что? Куда? Такое? Я не знаю, куда я попал. Я фиолетовый стал от желе. Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне. Вот я пошел в ту сторону, ты можешь пойти в ту сторону, я пойду в эту сторону. Но я в той стороне просто был уже. А, Что-то так полезно это было то же там? самое место. Нет, вообще ничего, это просто подарок, и я не знаю, что это вообще. Ты зашел туда? А. Я А зашел. мы в одном месте появились, кстати. Это место выглядит охуенным. И еще работает ранец, и все это работает. Подобрал подарок? Не, сейчас уберу. Да, я превратился в желе. Это бред. Подарок собрал? Да. Да, мне обязательно было падать. Мне не получилось не упасть. Здесь. Просто у меня идея, я хочу проверить ее. Поставь колесо и иди сюда. Просто видишь, здесь в конвейере написано сюда желе положить. Помнишь, короче, желе, которое нам дали, да? Так ты не сможешь его пронести. Ты Так, а останусь. ты видишь, здесь мусоропровод открытый. А, Попробуйте. кстати, давай. Смотри, помнишь, я говорю, что я пытался закинуть желе, но у меня не получалось. Может быть, потому что я еще не Да, я входил, типа, понял. внутрь. Вот ты сейчас будет внутри, я закину. Может быть, сейчас получится закинуть. Что лежит? Что-то... Это не очень хочет пролазить.
Кажется, если бы там можно было, оно бы автоматом пролезлось. Просто когда рядом было. Ладно, может быть, если это и можно так сделать, то, видимо, еще рано. Видимо, да. Иди, короче, сейчас я проверю, я могу пройти в ту дверь. У меня застыла эта хрень. Какая? У меня на тачке все застыло. Ну все, а пробуй эскейп респаун. А вот, ладно. И меня все равно не пускают. Одежда, видимо, не влияет. А быстрее. Так, welcome to... Сейчас. А, во время этого надо... Я понял. Engine test, давай. Как температура... холоднее, наверное. А, сейчас холоднее. И смотри, вот видишь, здесь слева датчик, слева датчик, слева датчик. Да, вижу, вижу. А, справа прогресс. Все, понял. Бля. Бля. Ага. Все? Ба. Готово. И вот что это? Дерьмо из жилья. Чекай. Ну. Да. Ну, или так себе. Да. Нужно всего лишь 5 желе, чтобы завершить этот. Можешь их найти для меня? Закинь их. А, теперь надо их закидывать, да. Чё? Сейчас принесу. Давай. Так там же только одну давали, откуда мы 5 найдем? Короче, в этот гипермаркет. Так, ну пошли. Тащи это все на улицу, я не знаю. Тащи это к ближайшей телефонной будке, а там вызовут машину и поставят туда все желе. Так. А, здесь были такие фуры, понятно. Что было вообще? Ну да. Так что куда-то? А еще две же. А еще. Окей. Где это? Вот здесь прям справа от нас. А вот это. Все, выгружаем. Вообще, я, наверное, уже давно получил, блядь. А, одно уже занесено. А, это же первое, которое выкопали. А странно, вот когда я в прошлый раз играл, оно у меня не сохранилось. Странно. Пошли вниз. Почему? Читать. Очевидно, что надо их сюда положить. А, у нее текстурки нету, этих желе. Чекай, они без текстурок. Ага.
На, бери, бери. Конец, просто кнопку нажать. Ага. Это гениальный мув, конечно, когда столько желе вокруг стоит, тоже 5 маленьких порций было нести. Хуже, чем я представлял, но подожди, оно ничего не хватает. Руля. Руля, да. Он уезжает, блять. Чего нет? У меня времени нету. Какого от руля он говорил? Чего он? А он уезжает, да. Уезжает, да. Да-да-да. Поэтому это еще не все. Вот это вот мне надо. Так. Найс. Еще прям самая замороченная часть. На одном дыхании. Тут типа сложнее должно быть, но типа нет. Это вообще изи моменты. Так, ну вообще без каких-либо проблем. Не, прикольно, прикольно с масштаба, но маловато, конечно. Эй, если он не зареспавнится. Да ладно, он если травл, только да, он, который зарабатывал этот уровень. Ну... ну, хотя бы я это сделал не с рулем. В руках. А. А, так вообще найс. Так, не так. Так вот. Просто надо пристально прям держать эту шку. Пальцем просто прижать.
быстрее, быстрее. О, найс. Все. Бля. Ты куда, 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 куда? Ух. Так вот сюда. О. Да, это я стою слева. Да я. Тоже я. Ты не я, кстати. Ну и урод. Это. Что это? Как сюда попасть? Так. Где она? Ну, честно говоря, да, так себе. Все прикольно. Синяя параша, но медленная какая-то. Короче, я так понял, чтобы попасть в эту комнату, надо, оказывается, было одевать не желейную шапку с работы, а просто одеться, как сам этот чудик. У меня вот такая шляпа, потом как раз-таки майка у него с работы, и что у него там, вроде брюки. Так. Ну да, в целом одно и то же. Я не уверен, что сработает, но мне кажется, единственный вариант. Да, мне сюда. Нормально, реально. Так. Угу. Одежда желейная, шить можно. Дальше. О, я могу это получить. А это и так на мне. Чё здесь? Просто камеры. Ой, он сейчас взорвется. Ну ладно. Ну что только это говно, даже костюм всего лишь одна способность турыганная какая-то. Говноеды, вы куда? Ладно, все равно прикольная шапка. Ой, я могу его измазать. Да, обкончанный.